вот мы познакомились примерно 2 года назад на проекте Grandchess Fest, если помните, да? Да, да. Тогда в этом проекте, значит, который был еще когда, в 2018 году. Ну и действительно, ну, энтузиазм и креативность, и огромное количество идей меня просто поразило. И когда вот мы стали уже более тесно общаться, я несколько раз приезжал действительно и в Сертолово, и был и в школьном клубе, и в шахматном клубе, и мы там проводили занятия, занимались с детьми, и с Артемом я познакомился. И на меня лично это произвело действительно, ну, очень такое впечатление мощное, да. То есть я вообще ни разу в жизни, вот я родился в городе Ленинграде, да, ни разу в жизни еще не был в Сертолово. И вот благодаря Сергею я сумел туда попасть. И действительно, вот, ну, как-то вот, вот вся шахматная составляющая действительно на меня произвела глубокое впечатление, но у меня есть чем сравнивать. И когда вот Сергей загорелся этим проектом, ну, действительно, это все было очень интересно. Ну, я по своей, я экономист по образованию и занимаюсь, как бы, у меня есть еще и другая профессиональная работа, и я как раз занимаюсь вопросами, связанными там, с обработкой информации, с оптимизацией, с какой-то ну, вот, работой с большими массивами данных. И вот то, что задумал, ну, Сергей, мне кажется, это такой глобальный проект. Вот что из этого получится? Ну, тут, наверное, от многих, от нас самих многое зависит. Ну да, давайте. Добрый день еще раз всем. Я постараюсь быть очень кратким и скажу то, что мне показалось интересным в практическом плане. Я был 12 лет тренером в детском шахматном клубе, и там через меня проходили ребята, начиная с тех, кого надо обучать, как ходит конь. То есть это все уровни подготовки я видел. И вот, конечно, с моей точки зрения, этот портал, этот, даже я не знаю, каким, как правильно сказать еще, как одним словом четко это все определить, очень полезен должен быть именно вот тренеру в подростковом, в детском шахматном клубе. И еще, мне кажется, эта вещь очень современная, конечно, да, я даже видел, там есть возможность установить на Android. То есть вообще связь с учениками, она, ну, практически непрерывная благодаря этому приложению. Там, скажем, летние месяцы мы сейчас не берем там изоляцию, а вот даже, ну, когда Жень вернется в обычное русло, это позволяет осуществлять вот такую постоянную совершенно связь, потому что у всех уже есть гаджеты. И, ну вот, мне кажется, что для молодого поколения тренеров, для следующего поколения тренеров, да, эта штука будет очень... То есть она стимулирует развитие и тренеров, на мой взгляд, потому что, опять же, вот какой-то творческий, ответственный тренер захочет и видео какие-то записать, да, то есть, ну, да, заинтересовать, да, учеников. Вот, она... Вот пока я вижу, что она совершенно блестящая для именно вот детских тренеров, у кого есть группы, там не одна группа, и, скажем так, что если бы, когда я работал с группами, там с большими, я бы, наверное, структурировал свою работу, да. Опять же, она позволит систематизировать свой процесс, то есть если человек, допустим, захочет сделать очень такой четкий, ясный процесс годовой, да, там для разного уровня, то у него это все останется, и не надо где-то там по тетрадкам, по каким-то папкам там, значит, в компьютере, это все действительно, и это будет как вот годовой курс подготовки, так сказать, там, первый год обучения, второй год обучения. Опять же, здесь что еще стимулирует, я даже вижу, что вот стимулирует тренеров различать сложности, да, то есть если условно введены 10 категорий сложности, то соответственно, если тренер как бы разбивает их на целых 10, то он уже чувствует эти различия. Вопрос в практическом плане, ну, он такой, может быть, риторический даже, риторический, но тем не менее, это все равно стимулирует какую-то, так сказать, дальнейшую работу мысли тренера, скажем так, по тому, чтобы разбить свой же материал, более понятный, более правильную градацию сделать там по сложности. Вот, поэтому здесь вот такие у меня замечания, наблюдения. Буду осваивать, стараться.
Вот, я говорю, пока у меня лично больших вопросов нет, значит, по поводу позиций. Я вот подумал, значит, можно их условно разделить на два списка. Первая позиция, которые, так скажем, банальные, что это значит? Это значит, что они либо есть в книгах, либо уже используются, ну, не на Честком, например, но выходят, да, там разные информаторовские сборники. Ну, то есть позиции, которые всем известны. Да, но туда же вот все вот эти вот Конотопы, Альбурты, вот все. Да, тут первое, непонятно на какой уровень. Я, например, за то, что если мы позициями меняемся, да, то это позиции должны быть уникальными. Да, да, есть возможность там подключить себя, есть возможность подключить учеников. Такая платформа для учеников и тренеров, да. Давайте Риме дадим слово. Давайте, я скажу хоть пару слов тоже. Спасибо, конечно, это очень интересно все. Такой портал. Нам нужна, конечно, какая-то техническая поддержка. Потому что, вы правильно говорите, человек туп. Да-да-да. Мы все думаем про шахматы, а вот это все, то есть куда-либо какие-то вопросы куда-то задавать, чтобы мы могли там, может, я что-то не понимаю, как загружать или что. Вот это. Обязательно сделать надо. Ну давайте, что там, Алексей Михайлович, обязательно. Алексей Михайлович рвется в бой. Нет, нет, во-первых, не рвусь, потому что слишком много разговоров, как там англичане говорят, too much cook will spoil the broth, то есть слишком много готовки может испортить похлебку, их любимая пословица. Слишком много разговоров тоже ни к чему. Есть возможность видеть индивидуально окно каждого человечка, если там их, допустим, человек 10-12, это еще терпимо. И они могут время от времени показывать ответ, написанный, скажем, большим фломастером Ирмы Семеновны, да, на какое поле надо пойти конем и так далее. То есть интерактивная реакция возможна. Но более того, тут еще что надо? Нам надо еще время от времени надо проверять, живые ли люди, сидят ли они на месте и слышат ли они нас. Вот слабое место вот этих проектов какое, что случается сбой на линии, а мы работаем с выключенными звуками у них, и они кричат, вопят, что там, извините, у вас пропал экран, мы вас не слышим и так далее. И поскольку нет возможности сообщить, половина занятия тренер говорит неизвестно куда. Понимаете, о чем я? Да. Вот. Это тоже надо эти мелочи предусмотреть. Там какой-то вот в Zoom'е и в Jitsi есть там сигнал поднятой руки, там еще чего-то, я не знаю, там как-то они могут подавать сигналы, и то не всегда это успеваешь заметить, между прочим. Лично я вот терплю эти мучения, я работаю на этих групповых занятиях с включенным звуком. Я все слышу, все эти шумовые фоны, но зато, по крайней мере, когда у кого-то что-то случается, и человек вопит, что он ничего не видит, ну, по крайней мере, я это успеваю среагировать как-то. Вот. Но этот проект, он исключительно, он, конечно, с большим будущим. Вот здесь я даже, я боюсь, что вот я лично точно не до конца еще понимаю, как все это можно использовать. Вот. Но, безусловно, он с большим будущим. И тут надо, может быть, дифференцировать работу по уровню квалификации участников группы, не собирать разношерстные составы, не гнаться за количеством, и тогда эффективность от процесса здесь будет, может быть, не намного меньше, чем от точного обучения. Вот что я хочу сказать. Так что я вот желаю нам всем, и прежде всего авторам, огромного успеха, значит, и большое вам спасибо за это, за все.